Девочки, приветствую вас. А что делать, если, например, одно веко больше нависает, чем второе? Ну вот, например, у меня с левым веком проблема. Ну, не знаю. Так случилось. С утра я, например, для того, чтобы поднимите мне веки, делаю вот такие вот упражнения, защипывая брови. Начинаю от внутреннего уголка глаза к внешнему. Легкие, вы на это потратите буквально 2-3 минуточки. Вот. А что я начинаю делать потом, именно вот с этим глазом? Я поднимаю пальчиком указательным левой руки, а правой начинаю как бы подбивать. Да, вот вы, когда месите там, замешиваю за это самое, лепите, вернее, пельмени, вареники, вот тесто мы как бы подбиваем. Вот здесь то же самое, вы вот эту бровь, а вот этот пальчик, он не дает подниматься брови. Вот. И вы искусственно как бы поднимаете. Ну, это упражнение тоже можно сделать в течение минуты, полторы. И вот особенно если у вас уголок вот опущен, как у меня, да, то в этом месте вот поактивнее, вот здесь. Все, и результат вас порадует. Хорошего дня!